Отпраздновать Масленицу или сходить в кино, чем заняться в эти выходные, мы подготовили обзор самых интересных событий. Сормовский парк приглашает всех желающих широко отпраздновать Масленицу. Конкурсы, блинные поединки, перетягивание каната, битва подушками, ну и, конечно, сжигание чучела. Масштабная праздничная программа начнется 22 февраля в час дня и продлится до 7 часов вечера. Также в зоопарке Мадагаскар все посетители получат возможность поучаствовать в беспроигрышной лотерее с призами, среди которых подарки от Первого городского телеканала. Приходите, будет весело! В сети кинотеатров «Синема Парк» в прокат вышел фильм «Батальон». Предпремьерный показ состоялся в четверг, 19 февраля. Военная драма рассказывает о подвигах русских девушек, которые сражались во время Первой мировой войны. Среди актеров, принимавших участие в съемках, Мария Аронова, Мария Кожевникова и Марат Башаров. Создатели обещают неожиданный и захватывающий сюжет. В эти, кстати, праздничные выходные кинокартину можете посмотреть и вы в сети кинотеатров «Синема Парк». В выходные в усадьбе Рукавишниковых состоится новый концерт Нижегородского русского народного оркестра в программе исполнения только лучших произведений под управлением народного артиста России Виктора Кузнецова. Вы услышите арии из опер, старинный русский романс, народные песни и концертные обработки народной музыки. Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества и состоится накануне праздника 22 февраля, начало в 16:00. Приятных вам выходных!